И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю все так же играть на... Точнее, в Ark Survival Wolf с модом Age Reborn, like Genesis, Reborn, вот это вот и все. Короче, полетал по острову немножечко и залутал еще 285 яйцо. Я подумал, ну не 350, но хотя бы 250. Какая разница? И суть-то в чем? Я-то протупил. Я уже потом, когда серия-то закончилась, думал, вот дебил. Яйца-то сносят только самки. То есть ты самца можешь хоть сколько мочить. Яйца сносят только самки. И вот это-то моя основная была тупость. То есть нужно было сначала просто смотреть, что, когда, где, и типа все нормально было вам. Ну ладно. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Сжиженного газа все так же мало добывается. Нужно будет это исправлять. Нифига себе, у меня додорекс трофеев. Это, конечно, да. В общем, короче, суть в чем. Посмотрел я еще раз видосик. И да, там был Flame Indominus Rex. И как бы есть у нас на карте Flame Indominus Rex, 290 левел, но он мейл. Мне нужно же, но, 150 левел. Я подумал, ну, а если в Prime Flame Тираннозавр? Для чего Flame? Из флеймов делаются альфа-чи. И у нас просто прекраснейший кандидат. Но ты посмотри его левел, точнее, ее левел. И вот тут я уже задумался. Жопошная эта жопа будет жопошной. Ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Попробуем на читерных хилках как-то все это дело вывести. И уже, как говорится... А, что я туплю? И уже по месту будем смотреть, что, как, да где. Летуны. Туда все равно не подняться наверх. На самый главный верх. Сюда подъема нету. Сюда только телепортом поднимаешься. Телепортом, либо лифтами поднимаешься. В общем, решил я попробовать. Попробовать, по факту, рискнуть. Альфа-чем? Слушай, а давай ему седло сначала апнем. Рискнуть альфа-аргентависом. И попробовать убить... Тираннозавра. А потом уже заняться выращиванием. Да, я там еще по острову летал. И всякое говно убивал. Но немножечко у меня там не сильно-то уж и получилось. Что-то где-то и как-то. Так. Вот это все сюда. Ой. Резануло. База, конечно, все равно жрет дофига ресурсов. 800, 1200 и волокно. В целом ничего сложного нету. Куча волокна, куча кожи и хитина, естественно, у меня не хватит. Не хватит на второй апгрейд. Ну, 145 неплохо. Сколько мне хитина нужен? 907. Давай посмотрим, что мне нужно для его создания. Хитин, кератин и селитра. Могу ли я его сделать? У меня с кератином полная жопа-па. Жопа-па? Значит, не могу сделать. Такс. Значит, берем седло. И валим обратно. Так, с этого мы скидываем. Попробуем огненного замочить. Если там, конечно, сейчас никто не заспавнился, то я видел этого Рекса. Я только это, уже после того, как я решил вот это вот посмотреть, что, как, где, вспомнил, что... А, ведь реально, 370-го я видел, где она находится. И там местечко такое, ну, спокойное, я бы так сказал. Очень даже спокойное. Так, Томилка, остров хищников. Это не чисто остров хищников. Это... О!
Ну, вы сами видели. Тот самый островочек. Так, это у нас закат или рассвет, интересно? Лексидис. Ладно, неважно. Посмотрим, если что, гамму врублю. Что, делов-то много, что ли? В общем, здесь я немножечко полетал, то есть, прям без шуток, у меня вот здесь это подзачистилась довольно-таки некислая территория. Вот она. Здесь жнецов я заваливал чутка. Карха немножечко убивал. Гигам. Да, самый бесячий, конечно, это вот эти королевы жнецов. По ним урон вносится мало. Слушай, ну теоретически она не должна даже напасть на меня. Потому что это все-таки прайм. И ей типа насрать на всех. Да ёб твою ж за ногу. Самый бесячий это жнецы и пиздюки. Мелкие, которые вылазят, как они там забыл. Вот они самые бесячие в том плане, что они очень сильно мешают. Все-таки этот рассвет. Опа, чё? Чернявенький. Вас тоже надо замочить. Урон они вносят. Не кисло. Скоты. Какую-то хрень еще накинули на меня. А, это альфа. Я и думаю, что он такой жирноватый. Да, его, конечно, тоже бы притомить было бы неплохо. Но для этого потом заморочимся. А, да, всякая фигня подропалась. Ёп, твою ж за ногу. Радиус урона, конечно, тут просто ужасный. Там еще и... веселуха. Ладно. Но то, что гига подходит, это, конечно, плохо. И надо будет сейчас узнать, агрессивничает он или нет. Ё-моё, он еще прям очень сильно в упор подошел. Да, агрессивничает только вот это. Жопошная жопа. Ой, да вас еще и тут несколько. Сейчас по гиге санул бы, вот это было бы веселье. Вот это было бы прикол, если бы я сейчас по гиге ударил. Так. У меня вопрос. У меня созрел один вопрос. Ну, логично, что нет. Но я ж попробовать должен был? Должен. Я попробовал? Попробовал. Не хватается? Не хватается. Вот так вот и живем. Так-с. Тиранозавр Рекс. А вот это уже нифига не... Да что ж вы спавнитесь-то тут так жестко? Может, это гранат какие-нибудь сделать, а? Они здесь вообще есть? А, световые... Световые же гранаты, это... Да мать вашу, да откуда вас тут столько? Вот сейчас бы днем световыми гранатами пользоваться. Королева жнецов еще. Ну, кстати, бронька вполне неплохо помогает. Сразу скажу. Ой, говно залетел. Оу. Корежница. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно, давай попробуем.
61 тысяч хп. Просто в половину нафиг снес. Она мне половину, а я ей дистерину. Неплохо. Да, хилки спасут, но есть шанс, что я просто промажу и все. Не, она типа поменьше, урона вносит поменьше. Но ладно. Ладно, ладно, ладно. Давай попробуем Индоминуса. Prime Flame Indominus Rex. Гетев это М, это М. А вот это Ж, значит идем за кем? Правильно, за Ж. Как раз еще и ХП у нее 3500. Попробуем вырастить. Если не получится, ну тогда будем от Индоминуса играть. Смотреть, что, когда, где с ним получится. И получится ли, что самое главное. Да, неплохо. О, слушай. А это ЖЖ. Прокнуло, не прокнуло. Ну, я попытался. А, может быть, яйцо снесло бы. А вдруг? А вдруг? А вдруг повезло бы. Ладно, погнали. Попробуем с Индоминусом. Сомневаюсь, что что-то выйдет. Не, я туда что-то не хочу идти. Что за звуки? Ёпстый. Это же простой волк, да, по идее? Да, это простой волк. Сколько здесь пиносов, а? Ох, как тут у вас весело. Красота. Я даже не хочу сюда идти пытаться. Прям вот что-то очково. Прям, ёпарасоты. Но я здесь еще просто не был, поэтому они вот такими кучками и спавнятся. Ага. Она померла. И ее замочили. Видели, да? У меня переключился на далеко, ее замочили. Ой-ой-ой-ой. Ну, теоретически она могла сбросить яйцо. Практически, если бы я бы еще знал, где она до этого находилась. Она могла и в лаву. Ёп, твою ж за ногу. Ладно, все, я пошел домой. Домой, 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 домой. В телепорт летунов. Нафиг все. Не получилось у меня получить яйцо помощнее, чем тех, что у меня. Вырастим те, что у меня. Для начала, скажем так. Всякого хлама, конечно, у меня дофигища. Так, в итоге. Давай сейчас это все разгрузим. В итоге, что у меня по ресам, кстати. Да, еще есть даже Индоминус Рекс седло. Ну, апать их не проблема. В итоге, что у меня есть по ресам? Ну, по яйцам. Индоминус Рекс 2. Ну, бог с ним, пускай будет 3. Скальный трек пускай будет. Да и на них. То есть сейчас их все возьмем, закинем в инкубатор. Ну, а там уже будем выращивать. Так, это что такое? А, это гриб. Это гриб. Где их выращивать мне лучше? Чтобы желательно и пространство было тоже немало. Не, на всякий случай, давай будем выращивать даже вот здесь вот внизу. Высоты, по идее, должно хватить для них. Пускай будут здесь.
Надеюсь, знаешь, как-то поспокойнее будет. Так, ставим инкубатор. Вот так вот. Правильно поставил. И закинем туда все яйца. Так. Теперь мне нужно их настроить. Настройка характеристик яиц. Не понял. Оптимизация характеристик яиц позволяет выбирать, стоит яйца или нет. А, то есть я типа это. Понятно, то есть, ну мне это. То есть, если в это. Ну, короче, настроить на уничтожение, либо создание. Короче, мне это не нужно. Так. Управление температурой. А чё здесь автоматически нету? Чё-то мне казалось, что они были это как-то автоматическими. Но инкубация яйца вроде тикает. Управление с температурой. Подобрать. Я же задавал сейчас температуру. А, это вот она на него задалась, что ли? Да, здесь в этом плане, конечно, четко тупость. С температурой здесь, конечно, что-то какая-то жопа непонятная. Или он автоматически все-таки настраивает их? Не понимаю я, как этот инкубатор работает. Обычно S+, работал инкубатор лучше. Кстати, от S+ очень много плюсов. То есть в SS моде очень много минусов. Прям тех минусов, которых не было в... Так, СД на них вынес... Вы это вылезли. Выросли. О, индоми... А, это тоже дай на них. В общем... В общем, косяки, которые есть в SS моде, нету в S плюс моде. Хотя и мод, он старый и не давно не обновлялся, но вот такая вот непонятная фигня, я бы так сказал. Я вот не понимаю, как настраивать им температуру. Вот это-то и вся проблема. То есть прям реально непонятно, как ее настраивать. А теоретически должно быть автоматом все это дело выстраиваться. Но почему? Ага, она реально автоматически. Смотри, она везде сразу же настроилась как нужно. Только после того, как я вытащил все яйца. То есть это плюс SS мода тем, что здесь можно вытащить яйца. Но там настраивалось автоматом на каждую ячейку. Ну все, погнали они расти. Так. А знаешь, что мне надо? Мне надо няню. У меня же нету мейвинга, да?
А давай посмотрим. Да, на этой локации мэвингов нету. Мне нужна, значит, няня. А для няни вроде бы нужны волосы, да? Но я какие-то лутал, а какие-то... Ого. А какие-то... Какие-то лутал, какие-то настриг. Ну вот, надо. Няня. И есть такое дело. Работаешь ты от чего, интересно? Альсат Армор? Хе, интересно. Пчелиный мед. Ну, времени полно. Погнали за медком. Ой. В целом, по идее, если я смогу... Да прохнулся на стекло просто. Если я смогу вовремя прокликать, то теоретически я смогу именно вот так вот лутать. Вот только я сейчас не понял, я прокликал в итоге или не прокликал? Не, не прокликал. Да ебаросте. Ага, вот это я собрал уже. Сразу же на дно пошел. Да-да-да, я же получаю урон и сразу же падаю. Ну, тоже вариант. Но самое главное, что медок-то собирается. Собирается, а это главное. Вот же ж... Куропатка. Да, вот с этого я так и не собрать-то и не могу. А вот теперь собрал. Ох уж эти пчелки. Так, где куропатка эта бегающая? Ну, вроде как от меня отстало. Это хорошо. Потому что мне осталось еще один медочек залутать. Я думаю, этого пока мне хватит. Вот. Так уже лучше. Пошел в жопу, пигмасракс! Уроды мелкие! Вот ж надо приземлиться именно вот к ним. В натуре. Вот же уроды мелкие, а. Я уже и забыл про них. Так, ладно. О, это кто? Сумчатый лев мелкий. Ну ладно. Погнали до дома. Так, мне не заработало. Ой. Надо аккуратнее. Мед по факту просрал. Че за ресет армор? Непонятно. Ладно. Остается, в общем, ждать. Надеяться и верит, что инкубация пройдет успешно. И здесь у меня яйцо еще. Индоминус, индоминус. А не многовато ли у меня яиц индоминус здесь показано? Гига, индоминус. Ну вот так лучше уже видно. Кстати, я только сейчас заметил. Максимального левела это самка. Второй это самец. Ну и самый маленький это тоже самец. Ха, прикольно. Ну и гига это тоже самец идет. Как я понял. Так, вот гига. Гига уже выведена. Ну, то есть я его могу выводить. Но гигу я пока что трогать не буду. Вот, а вот Индоминус Рекс. Выведем. Так, давай вылупим сначала вот этого. Хм.
И сразу двойня. Это, конечно, смешно. Так. Ага. Я могу обычного апнуть в огненного, а огненного апнуть в альфу, к примеру. Слушай, это клёво. Чуваки, сюда. Ко мне. Смотри, бегу, застрял там, блин, хапуха. Так, кто из вас умнее, сразу видно. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Все правильно. Так, тебя отсвистываем. Кстати, это модовский. Это не простой, это модовский. То есть это для вызова... вот, я могу, да, фазовый пистолет сделать. Это мег улучшить. Типа, для мега всякого фигня. Круче. Так, подъем. Оп. Погнали. А раз не можешь залезть, то сделаем так. Сначала вырастим вот этих чуваков, давай. Все-таки немножечко по очереди сделаем все это дело. Так, и сразу давай закинем вот это. И вот это. Для чего? Да чтобы был. Чтобы я мог делать вот так. Так. Вот он первый. И вот он второй. Так все-таки поудобнее, поменьше места занимают, и их легче перемещать. Так, ну то, что они одновременно, конечно, это фигово. Очень фигово. Надо будет сразу же взять киблы, всякого места полно взять. И смотреть уже, надеяться, что у меня будет то, что им нужно. Вот скажем так. Так, вот это все скидываем. А, здесь у меня эти были, точно. И нужно будет для других сделать точно так же. Более сделаем. Угу. Чтобы других точно так же можно было призывать. Так, ну ладно, холодос, если что, здесь рядом. Это огроменный плюс, когда что-то рядом. То есть ты... прибежал, достал намного быстрее, чем из инвентаря, либо через вот эту менюшку доставать. Так что, надеюсь, все будет хорошо. Отлично, они уже юнцы. Няня уже для них не нужна. Они уже сами кормятся из кормушки. 5 минут. Ждем. Блин, иконки такие, конечно, прикольные. Flame, Cold, Poison, Electric. А, шок, точнее. Иконки, конечно, прикольные. Но то, что их можно улучшить, да, это конечно, кайф. Это, конечно, огроменный кайф. Я и не думал. Ну, не знаю, я почему-то реально этого не думал. Кстати, вот если так подумать, а как он смотрит-то? Вперед. У него ж глаза в ямках. Он ж вперед, вообще фигово видит. Прям очень фигово видит. Вот так, то есть прямо смотреть, то есть прямо у него вот это даже не как у голубей, это прям хуже в этом плане у него. Ну-ка, спустись. Так, если, конечно, у самки двойня будет, это вообще будет кайф. Потому что это будет клево. Ну, слушай, а давай... Ну ладно, давай гигу все-таки тоже вытащим. Так. Гигу тоже вытащим. Так, тебя у нас VR Evolution. О, сразу же место в него закинулось. Рандом элементал. Ага, то есть зарандомить его можно. Там конкретно выращивать, а здесь зарандомить. И Corrupt Evolution. Ну, то есть здесь есть смысл вот этого-то и надеяться, что он станет шоком огненным и, типа, огонь можно будет попробовать в альфу переделать, если они переделывают яйца, что самое главное. Ладно. Так, ты за мной не следуешь. Угу.
И поставим тебя вот сюда. Такой мелкий. Ну, это, кстати, не самый максимальный левел, как вы понимаете. Там почти 4 сотки, это самый максимальный левел. То есть у таких динусов. Здесь у нас по 3 минуты остается. Ждем. Так, 2, 1. Жареное мясо. Прогулка с вами. Отлично. Жареное мясо, прогулка с вами. Это хорошо. Жареное мясо. Так, жареное мясо. Прогулка с вами. Отлично. Здесь прокнуло. Да, 42%. И здесь тоже 42%. Было 9. Так, уже лучше. А, у нас... Что получается, 8 минут, это было 33%. Ну, грубо говоря. Ну, хорошо, 35%. А, то есть... У меня есть все огроменные шансы. Апнуть до 100. Перетащил няню сюда. Ну вот, потому что она должна кормить, а радиус у нее не такой уж и большой. Вот здесь вот она как раз таки, ну почти цепляет. Хотя нужно ставить ее, наверное, куда-то вот сюда. Да, вот сюда куда-то надо ставить ее. Потому что нужно сразу же под радиус подстраиваться, а не туда, куда захотел, скажем так. Вот. Так, так, так. Активировать. Ну-ка, давай-ка посмотрим радиус. Радиус цепляет. Да, радиус цепляет абсолютно всю территорию. То, что нужно. Что у тебя? 2 минуты с копеечками. Это хорошо. Так. Отлично. Немножечко стало уже получше. Ждем, надеемся и верим. Кстати, Flame and Kill. Да, вот, Alpha Evolution, все нормально, то есть флеймовского можно. А вот, кстати, а вот тебе нельзя, ты cold. Я не знаю, вообще Альфа Деликурусы вообще бывает или нет, но суть вы видели. Единственное, что у меня вопрос, могу ли я... То есть мне нужно вот сейчас, здесь и сейчас тебя вырастить? Или когда ты уже вырастешь, я могу на тебя... Ну, чё ты вот это вот... Ну, во. Вот, то есть мне нужно здесь и сейчас использовать то есть вот этот рецепт. Или же я могу после того, как они вырастут. Вот, кстати, для этого я и не выращивал остального. То есть, ну, как минимум вот этих вот топовых я и не выращивал. Особенно вот тебя. 350 левел. Чтобы затестить. Ну, конечно, у меня еще веселее вышло. Вообще, 2 дняшки вылупились. Это очень даже неплохо. Остается минута. Даже уже меньше. И, кстати, вот. Привязанность 22%. То, что этот постоянно у меня стоит в няне. То есть няня на него работает. А они стояли без няни энное время. И вот эта вот самая привязка немножечко утеряна. 3, 2, 1. И... О, приласкать. Отлично. Бе-е-е. Это клево. И тем самым мы уже получаем 55%. То есть, как бы, вы поняли, да, сколько я потерял на них? И вот, собственно, да, как бы это ни звучало, но на них я проэкспериментировал еще и вот это вот. Потому что я с нянями вообще забыл, как работать. Мэйвинг и Мэйвинг. А что, с ним-то вообще изи-бризи. А здесь их нету. Так. Нет, дождемся уже до конца. Лучше дождемся до конца и будем выращивать тогда других. Чтобы вот это вот и все. Потому что мало ли мне нужно будет это создавать. А Flame Essence мне нечем создавать. Потому что нужен элемент. И тогда придется мне идти за элементом охотиться. Так, где ты, где ты, где ты? Где ты? Так, ты не в этом верстаке. Вот зачем тебе 2 верстака? Так, мне вот это вот не нужно. То есть мне мало того, что нужно вот это вот создавать,
А это из осколков элемента. Так еще и вот это создавать. Это делается из элемента. Ох, ужасно. Ужасно, я даже представить не могу, что, да как, да где. Так что есть шанс, что я вот сейчас их выращу. Вот те яички заберу, положу в этот холодос. И буду лутаться элементом. Чисто будет погоня за элементом. Заодно, так, так, лучше вот так. Так будет понадежнее. Ага. Блин, других холодосов нету. До этого вот был мод же, Саваж. Там что-то работало, что-то не работало, но холодос там был отменный. Просто пью, там, в 100 раз лучше, чем вот эти. Так что, да, я уже привык, конечно, к ним. Ну и здесь тупость с солью. После каждого перезахода нужно соль перекидывать. Так, есть что? Нет что. Кстати, здесь удобрение потихонечку делается. Я не знаю, зачем мне это, но пускай делается. Пускай делается. Мало ли, вдруг когда куда пригодится. Грядки нужно будет переносить. О, не удобрено. Отличненько. Не удобрено. А чё так у меня их мало? Я их куда-то использовал в таком количестве. Ой-ой-ой. Ну, она ж не могло все сдохнуть из-за того, что удобрение исчезло. Не, наверное, у меня куда-то она тратилась, потому что вот в какой-то у меня картошки много, в какой-то мало, да, вот. Она все тратилась, наверное. Это хоть какое-то объяснение. Так. Раз, два, три, четыре. Ну да. Так, что у тебя здесь? Здесь у тебя дофига еще. А вот у вас? О, а у вас уже близко. Да, вот так вот и занимаешься пока делами. Уже все точно. Ну, наркобрики точно у меня не хапались из этого. Я ж закидывал в создание. Так, ну, кстати, 60% у вас. У вас все нормас. То есть вы сотковый точно ставите. Я вас это... И... Ну, нормально будет, нормально. Сотка точно будет. Привязанность. Это хорошо. Вот только вы сейчас башкой там упрётесь вроде бы. Хотя вроде бы сильно-то вы не вырастите. Ну, ладно. В любом случае есть чудотворный телепорт. Он нам решит эту проблему. Так. 10, 7. Ждем чуть-чуть. Осталось самая малость. 1. И... Межибери. А у тебя... Вяленое мясо. А вот вяленое мясо я не знаю. Мажабелька-то есть. А вот с вяленым мяском-то я, походу, дело лоханулся. Оно у меня было. Да, оно у меня было. Но я с ним и лоханулся. Так, мажаберка. Оно у меня испортилось. Так, здесь вот почти 100%, все хорошо. Ну, время еще есть. Там он допрокнется до конца. Нужно что? Как делается вяленое мясо? А, не в кукере, а бин. А, почти угадал. Для этого мне нужно также будет нефть с литром. Почти даже угадал верстак. Надо уже все это сделать по-нормальному. А мне интересно, нефть-то вообще есть? О, слава богу, есть. Так. Будешь здесь стоять, пофигу. И вот так закидываем. Все, пошло вялиться мясо. Не знаю, сколько это времени займет. Займет дофигища времени, это точно могу сказать. Ну и надеюсь, что у меня получится... Так, вы уже застреваете, да? Я надеюсь, что у меня получится успеть за вот этот вот период. 2 минуты. Ну ты точно прокнешь, и все будет нормально. У тебя вот 97% это нормас. Так. Шоранч. Давай посмотрим по верхам.
Угу. Если что, я вас могу сюда переместить. Отлично. Так. Да ебарасоте. Бывает, они так багуются. И жмешь на кнопки, на единичке, допустим, она не канает. А потом жмешь на сам пульт. На сам лифт, а это канает. Так, давай делаем так. Нет, давай делаем так. Почти даже попал. Второй Индоминус Рекс. Так, они попадают в радиус, так что все хорошо. С этим проблем нету. Так, какой он? Вот тебе нужно вяленое мясо красненького. А ты у нас вроде бы полноценный будешь. Да, ты у нас и так будешь полноценный, все нормально. Вяленое мясо, ну давай посмотрим. Так, а ты у нас 50 секунд. Время есть? Ой, куда пошел? Я бы так сказал, шансы есть, но шансов мало. Да, это тоже было в моде. Коптильна была в моде. Надо было стимпанк устанавливать. Там как-то все изи-бризи получается. Там много всего хорошего. И супчики халявные, и коптилка, холодос хороший. Вообще прям. Только ради этого надо было стимпанк, наверное, устанавливать. Ладно. И исключительный корм. Отлично. Их есть у меня и много. Так, исключительный корм это у нас какой? Желтенький, да? Желтенький. Желтенькие у меня только вот эти вот и остались, да? Ну да, тот эксклюзивный. Ну-ка, прокнет именно расширенный или не прокнет расширенный? Ловись, отлично. Вот, гигушка 89%. Отлично. Ты тоже дойдешь сам. За 8 минут, как минимум. У тебя что тут? А, фризануло. 50%. Фу, тебе расти и расти. А у тебя 81%. Ну вот вяленка, по ходу дела, и не успеет. Будешь ты у нас не 100%. Ну, это и левла у них маленькие. 97%. Слушай, а что не прокается? Последние вот эти вот 3% не тикают. Это очень плохо. Я вообще-то на них очень сильно рассчитываю. Так, ну они стоят в радиусе. Они все нормально. Почему не работает? Кто же его знает? Так, лифт надо отпустить. Ты у нас работаешь? Да. Ребят, есть, все работает. Все отлично. Да уж, ох уж эти выводки. Ну да, с веленкой я облажался чуть-чуть. Надо какой-нибудь мод посмотреть на кухню. Типа, чтобы была коптильня, холодильник, вот это вот и все. Ну, то есть чисто кухня. Печка, коптильня, холодильник. Там. Чтобы и работала быстрее. Чтобы когда вы заходите в список и смотрите список модов, и там такой, оп, вам удобно. Такая вот фигня. Ну, кстати, 85%. Вот этого не прокается вообще никак. Вот это и настораживает. У того, главное, прокается. А у этого 97% застыло, так и застыло. А у этого тикает потихонечку. 87 уже. А, медали? А этого не тикает. Такие пироги непонятные. Тоже как бы с этими всеми проками непонятная фигня. Кстати. А вот когда я Мегатери это ловил и выращивал, наверное, надо было это. Вот няня бы у меня стояла, там бы прок было бы побольше. Ну ладно, она и так. Или он. То у меня там Мегатери. Она. Она и так она
не кислая по левелу, по урону, вот это вот и все, так что нормас. Слушай, ну походу дела они у меня оба недоношенные получатся, ну в смысле не 100% усиленные. Это потому что я с Веленкой просрался, а тот потому что 97%. Но что самое смешное, даже если бы я бы с Веленкой не обосрался, то он бы так же бы на 97% и остался бы. То есть тот же у меня все нормально, но 97% и все. И дальше не хочет идти. Козел. Вот пиздюк. А здесь уже 92. Я не знаю, как это работает. Но они уже почти выросли. 91%. А вот гиг очень долго растет. Гигушка прям, ух, долго растет. О, 89% уже у гиги. Вообще огонь. А вырос только наполовину. Супер. То есть няня, она прям конкретно. Ну, возможно, они вот эти последние 5% они не накидывают. Поэтому 97% попало в это 5%. И все, сейчас глянем. Вот здесь 92. Вот, 94. Вообще тикает. Как это? Вообще не понимаю, как это работает. Вот почему 97% застыло? Вот прям вот это вот и бесит. Кстати, надо посмотреть, может, эсэнки-то с кого-нибудь они дропаются. Вот эти эсэнки. Шарды-то, понятное дело, это надо огненных убивать, и они дропаются. Кстати, Индоминус Рекс Хэнд тоже у меня есть. Там одной штучки не хватает. Как проверить? Легко, то есть вот так. Хопа. Ой, почему выдал? Вот это вот так. Хопа. И вот. Хэнд, Флейм и Матрикс. Ну, Матрикс, это мне нужен будет артефакты залутануть и все. Вот сейчас 96%. Сейчас будет смешно, если в итоге вот этот, которого я не кормил, вот это, не играл, он будет 100%, а этот, короче, 97% останется. Это будет просто смешно. Вот, 96%. По идее, у него должно все равно сдвинуться. Но они, походу, дело оба будут чуть-чуть недоношенными. Ну, ладно. О, кайф. Он сотка стал. Супер. 98? Ой, да ладно, ты будешь 99, что ли? Ну, да ладно тебе. Ну, Вяленка просрался, ну что поделаешь. Я еще реально думал, что у меня вяленое мясо есть. А ты у меня? 3 минуты. Огонь. А что, тебе уже там все. Ты уже нормас. Да, с Вяленкой тут вообще жопа полная. Жопа? Посмотри инвентарь. Ты уже все. И ты у нас 98%. Эх, жаль, жаль, печаль. Но 98%. О, да ладно, привязка 100%. Да ладно. Она прокнула, все равно в конце посчиталась. Она засчиталась 100%. Так, ладно, после выращивания я, значит, могу это вот это вот использовать. Все отлично. Огонь. Все супер. Это самое главное, что я хотел проверить. Так, гигу надо растить. Гига. У нас 89%. Нужно будет один раз с тобой поиграть. И уже точно, чтобы наверняка. Седло. Где-то здесь у меня было седло на Indominus Rex. Почти угадал. Так что, что я не переключился-то? Да. Вопрос больше в другом. А создать я могу? Так, альфа Индоминус Рекс и... А, понятное дело, создать-то я могу. А пнуть я тебе могу? И что на тебя вообще требуется? Кожа, слиток, металл... И волокно. Кожа, слиток, металл и волокно. Волокно. Давай, кожа чуть-чуть. А, чё-то перебор. Пам-пам-пам-пам-пам. Отличненько. О, всё, максимум. Ну, тоже хорошо. Так, гигушка. У тебя минутка. Так, ну, вы у меня близнецы, так что вы одинаково вышли в этом плане. Ой, ты как он быстренький-то, а? Так, ладно, подождем гигу
И потом уже будем выходить, экспериментировать по урону, смотреть и так далее. И жареное первосортное мясо. Вот это красава. Жареная первосортинка. Этого у меня полно. Я вот с вяленкой только обосрался. Но со всем остальным все нормально. Все, 100%. Все остальное сам уже дорастешь. 70%. Даже 72 почти. Все хорошо. Туман. Так. И... врубаем свет. Так. Это правая кнопка мыши. Это просто покричать. Это урон. Так, альтернативка ничего. И инвиз. Интересно, со стороны тоже седло виднеется? Или нет? Ну, 5000 нормально. Это учитывая, что я еще его не прокачивал. Естественно, урон. У меня нет слов. Какого фига? Он у меня этот, того, туда-сюда. Он меня с седла скинул. Вот пиздюк. Вообще обнаглел, что ли? Видишь? Он еще не прокачался из-за этого. Дебил. Вот же дебил. Ну дебил. С седла сбросил меня. Супостат мне хороший. Сбросил седла, еще и не прокачался. Заводил альфу и не прокачался. Ну дебил же. Столько экспы просто просрать. Я забыл, что они седла сбрасывают. Только вот как это у них там накапливается? Просто урон накапливается? Или же от количества ХП? Вот этого я и не помню. Потому что вроде бы я хилял. Немножечко. Здоровьюшка ему сделать побольше, пускай будет так вот. Ну, вроде бы от количества урона, который получаешь. И вот это, конечно, уже жопошность. Потому что, к примеру, а чё? Я смогу сделать, а я ничего не смогу сделать, если он меня с седла выкинет. То есть я там просто сдыхаю. То есть вот. Да уж. Надо найти какого-нибудь альфача. Ну, в смысле, он будет жесткий, но при этом не праймовский. Да уж. Нашел праймовца. О, к примеру. И давай смотреть. Посмотрел один такой. Ну, кулачок что-то там не сильно поднимался. Или что там, или сердце это. Ну, красное, видите, в правом углу. Вот сейчас вот на белом фоне его хорошо. Справа на экране. Да. Так. Но, возможно, из-за того, что я там еще и левел-то был мелкий. Он мне конкретно урон вносил. Здесь-то сейчас уже матерый. И по ХП. И вот так вот добываются шарды. Так, шарды есть? О, шарды есть. Вот, только мне нужны флеймовские. Это, соответственно, огненных надо валить. Ну, кстати,
урон. 37. Ну, в целом урон, это, понятное дело, не очень. Но это и не альфа. Это и не флеймовский. Это простой. То есть, как бы, прокачать его будет не кислый смысл, скажем так. Прайм Альфа. Ну, давай. Сейчас только вот прокачаемся чуть-чуть. И проверим. Ой, резануло. Ну, вроде как пока что проблемы нету. То есть просто нужно было его немножечко прокачать, и вообще бы проблем бы не было. И где экспа? За них что, экспы так дерьмово дают? Ёпарасоты. Да уж, вот так вот и живем. Ну, гига тоже вполне так неплохой. Тоже урон вносит не кисло. Здоровочка, вкачаем его и прокачаем немножечко урона. Да, темновато. Так, и вот так. Ну и посмотрим, что будет вот с тобой. Ну да, если немножечко так отходить, то он даже урона не вносит. Но главное это, знать, куда ты отходишь. На какого-нибудь еще одного альфа не вылезти случайно. Ну, 25 по альфе, это вполне нормально. Учитывая, что яйцо гиги можно просто так залутать. То есть, как я уже и говорил в прошлой серии, можно просто потусить напротив этого, точнее над островом, на птере, и залутать яйцо. Гиги, Индоминус Рекса. То есть, самое главное, чтобы прокнуло тебя в этот момент, чтобы они там тусили. Так, ну вот 123 тысячи урона, да? Ой, 123. 13. О, 12. 300 урона, да? Это у Гии. И Индоминус Рекс. Сколько у тебя урона? 7600. Тут уже как бы... Да. Все-таки примерно плюс-минус они одинаковые. В этом плане они получаются... Прям вот... Плюс-минус одинаковые. Как по мне. Просто единственное, что Индоминус дополнительные свойства имеет и так далее. Кстати, гигушка. Что-то я у тебя и забыл. А, ну мы тебе можем только VR-версию, рандом элемент и корраптовальшн. Окей, тоже вариант. Вот, как-то так выращиванием и занимаемся. За кадром... Я подумаю, что все-таки будем делать. А, либо все-таки в подводную пойти. Мне нужно в подводную пойти, чтобы залутать ресурсов побольше нужных. А, либо, ну, подводное это значит иметь диноса подводного, путешествовать и так далее. То есть, либо пойдем добывать элемент и уже готовиться к апгрейду
Флейма, то есть Индоминуса во Флейма, а Флейма в Альфача. То есть вот так вот будем. Именно вот того сильного, мощного 350-го левела. Ну а на сегодня, пожалуй, все. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, ну и, конечно, делиться моими видео со своими друзьями. Ну то все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока.